Берем акриловую краску для всех видов поверхностей. Так как поверхность металлическая, на краске должно быть обязательно указано, что краску можно наносить на металл. У старой терки начинается новая жизнь. Наносим краску тонким слоем. Высохли, и изделие можно считать готовым. Но так как это подставка для сережек, добавим немножко ручной росписи. Источником вдохновения для росписи послужил рисунок на бусинах, которые приделываем как ножки. Многие девушки сталкиваются с проблемой, как хранить сережки. А декорированная терка с легкостью может заменить подставку для бижутерии.